На церемонию награждения приехали конкурсанты, их педагоги и члены районных комиссий первого этапа конкурса. Более 200 человек. В номинации «За достижение точных наук» награду вручал лично глава КОМИ. Им вручаются дипломы, памятные подарки и сертификаты на 15 тысяч рублей каждому. Вячеслав Гайзер в первую очередь поблагодарил организаторов конкурса. Глава КОМИ отметил не только талантливую молодежь, но и учителей за их труд. И в первую очередь я хотел бы сегодня поблагодарить тех людей, усилиями которых и состоялось это грандиозное, замечательное событие. Ведь благодаря их усилиям республика и получает такие необходимые результаты. Ведь участники этого конкурса – это те самые кадры, которые в скором времени активно включатся в социально-экономическое развитие республики, России в целом. И это, наверное, самый главный результат. По словам организаторов, на конкурс прислали заявки более 700 человек. Если в прошлом году участвовали 6 муниципалитетов, то в этом вся республика. До начала финальной церемонии организаторы наградили победителей первого районного этапа конкурса. Конкурс направлен на поддержку талантливых детей и молодежи в разных областях знания, от точных наук, естествознания, изучения языка, спорт, творчество. Победители малой Нобелевской премии получили ценные подарки, денежные сертификаты и дипломы. Завершили церемонию награждения местные коллективы и ухтинская группа United Beat. Алексей Полторанин, Владимир Шишкунов, телеканал Юрган, Сыктывкар.